зерно заливаем, помыли, естественно, сначала хорошенько его, потом мы его заливаем водичкой, и ночь она настаивается, пшеничка. Утром сольем в воду и поставим на прорастание. Если пшеница хорошая, она в течение дня прорастет. Смотрите, вот она ночь, всего лишь на всю ночь была замочена. Потом супруга слила в воду. Сейчас у нас 3 часа дня, слила она в воду утром. Зерно проросло, все, оно уже готово для употребления. Будем готовить целебное блюдо на основе проросшей пшеницы. Пшеница проросла, теперь ее надо сохранить. Я ее и выставляю там, где холодно, на балкон. Теперь я буду каждый день брать по горсточке и делать целебное блюдо. Смузи или еще там что-то такое. Вы это все увидите. Доброго здоровья, уважаемые посетители и посетительницы моего канала. Сейчас мы с вами будем делать коктейль здоровья на основе проросшего зерна. Что мы берем с вами? Какие ингредиенты? Проросшенное зерно. Вот она, красавица. Смотрите, какой выклевочек. О, то, что надо. Сколько мы берем? Горсточку. Загрузили. Зерно нам больше не нужно. Немножко творожка. Мы возьмем его до столовую ложечку. Важно не делать особого перебора. Ну, чуть больше. Теперь мы с вами, смотрите, важно не сделать перебора, а именно вот такую кружечку выпить. Поэтому берем кефир. Кефир 2,7% жирность. Наливаем сюда. Налили. То есть отмерили. Кефир нам уже не нужен. Мы все это так. Опачки сюда. Вот сюда, да, именно сюда. И наконец-таки у нас есть мед. Пчелиный мед. Красавчик! Ах, красавчик! Вот так вот. Не более, не более, не более. И сюда все это. Все, мед нам не нужен. Смотрите, все готово. Все у нас готово. На блендер. Опачки! Закрыли. Уключаем. Видали? Даем скорость 1. 1, 2, 3, 4, 5. Старт! Пшеницу храню в холоде. Здесь же сушка, здесь же шиповник, здесь же боярышник. Плоды боярышника сушатся. Хватит. Итак, мы с вами перемололи. Перемололи. То есть нам особо даже и жевать не надо. В чем плюсы всего этого? То, что мы все это мелко перемололи. И та пшеница, которую жевать неприятно, сырая. Получается, что теперь она стала перемолотая. Вот, чуточку больше. Вот такое смузи у нас получилось. Или коктейбл. Кому как. Берем его,
Значит, что тут? Витамины группы В в самом лучшем виде. Витамин Е, с которого делают Виардос, сразу действует на нашу потенцию. Здесь же клетчатка, здесь же минералы. С меда углеводы, полноценный белок с творога, кисломолочная для микрохлоры. Очень приятный вкус, но вкус вы можете с помощью меда регулировать. Более сладкий делать, менее сладкий делать. Добавлять, допустим, варенье, без варенья, добавлять бананы, добавлять хурму. Перемолола очень мелко все, так что и жевать не надо. Кушаем. И вот это у нас завтрак. Все. Отключаем нашу блендер. Некоторые спрашивают, что за блендер. Фирма Борг. Мощный, хороший. Как говорят немцы, ain't swein drain, и все помыто. Смотрите, какие у него ножи. Видите? Ага. Крутят. Все там измельчают. Пейте не спеша. Это не питье, а наша еда. Так что самый полезный завтрак. Кисломолочное есть. Творожок, белок, кальций для костяшек есть. Медок есть. И наконец-таки проросшая пшеничка, которая дала нам первое, самое важное, жизненную силу, которая проклюнулась. Жизненная сила, это самое важное. Все сопутствующие витамины для роста, развития и процветания. Группа В, Е, там, Д и прочее, прочее, прочее. Мой завтрак состоялся. Рекомендую. Особенно сейчас. Холодное время года. Вон, даже сойка прилетела, видите? У нас кормятся. Сало едят. Холодное, сырое время года, когда инфекция со всех сторон. Сейчас человек стал самым больным и заразным. Потому что общение. Куча разного рода продуктов, фальсифицированных. Плюс иммунитет подорвали. Образ жизни совсем не тот. Как защищаться? Да только вот так вот и защищаться. То есть умейте организовать свое место жизни для того, чтобы вы там не чахли и не болели, а процветали. И были здоровы! Доброго вам здоровья!